Всем, друзья, привет! Восстанавливаем наши обзорные ролики. Извиняйте, что на русском языке. Більшість моєї аудиторії розуміє як російську мову. Менша кількість, на жаль, розуміє і російську, і українську. Російську мову розуміють не тільки в Росії, як ви розумієте, але і за межами її. Так що буду говорити на русском языке. Все буде Україна. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот система быстрого приготовления, которую я получил еще до военных действий. А в данный момент она, как я понимаю, будет полезна не только не в военные действия, но и, увы, в военные действия. С этой системой можно быстро приготовить еду в любом месте, где вы находитесь. Она рассчитана на одного человека, но, в принципе, можно и для двоих приготовить. То есть можно приготовить быстро, независимо от обстановки. И вкусно. В общем, вот такая вот система приготовления от APG. Давайте смотреть на нее ближе. Система подходит для использования во время отдыха на природе и длительных походов. Ну и, как вы понимаете, сейчас и в других сферах ее тоже можно использовать. В комплект входит алюминиевая емкость объемом 1600 мл, печка, топливный бак и плотный мешочек, чтобы складывать все части комплекта для переноски во время путешествия. К комплекту также прилагается детальная инструкция по применению. Система APG CS11 работает на бутане и приводится в действие при помощи электронного поджигания. Печь обеспечивает бесперебойное пламя, которое разогревает полный бак за несколько минут. Теплоаккумулирующее кольцо способствует сбору тепла для минимизации его потери, а также помогает экономить топливо. Объема бака хватает на приготовление еды на компанию из 2-3 человек. Комплект отличается компактностью и надежностью сборки. После использования бак и печка легко помещаются в мешочек, который защищает детали от воздействия влаги и появления на них нежелательных царапин. Такой набор придется, кстати, любителям путешествовать. Он быстро разогревает пищу и легко помещается в туристическом рюкзаке. Размеры всего комплекта составляют 135 на 135 на 235 мм, вес 600 грамм. Для теста я решил закипятить пол-литра воды, узнав заодно, за сколько времени он закипит, и запарить себе мивинку. Собирается и настраивается система, как видите, легко, поджигается пьезоподжигом элементарно и готовит быстро. 1,6 литра хватит для 2-3 людей. Пол-литра воды закипело за 5 минут, что, я думаю, быстро, а сложить систему займет около 30 секунд. Регулируется все удобно и элементарно, так что уверен, можно пользоваться. Система, как вы поняли, неплохая. С ее помощью я приготовил мивинку. Вот, и вообще у меня, скажу так, у меня есть горелки. И были горелки, у меня есть некоторые обзоры. Но для обычных горелок нужно иметь с собой посуду или какие-то наборы посуды. Тут же все компактно, все вместе. Тут есть и посуда, сразу и горелка сюда комплектуется, и газовый баллон.
Вот, так что, как по мне, система очень удобная, а решать уже вам. Все ссылочки в описании, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дальше будет много всего интересного. И не забывайте, что все будет Украина. Слава Украине, пока!